Друзья, ну это пример съемки Infinix Note 30 Pro. Качество видео 2К. Давайте сейчас просмотрим, как фокус работает. Ну, видите, да? То есть крупный даже предмет. То работает, то не работает. Ну, наверное, потому что движущийся. Давайте проверим так. Хорошо. Есть. 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 И есть. 2К, 30 кадров в секунду. Вы знаете, да, такое качество видео есть, собственно, и в смартфонах гораздо бюджетнее. Давайте посмотрим, как сфокусируется. Нет, на цветочке. Ну, с фокусом традиционно здесь вопросы. Я даже вот тапаю. Ну вот сейчас вроде как сфокусировался. Есть. Вы знаете, пытается фокусироваться. Давайте сейчас проверим, как в ходьбе. Как по мне, электронная стабилизация присутствует здесь. На экране самого смартфона цвета сочные. Давайте проверим, как зум работает. Еще, вы знаете, относительно неплохой динамический диапазон. Напомню, здесь основной объектив на 108 мегапикселей. Особенно это видно хорошо, неплохой динамический диапазон. Вот что касается тени от деревьев, от солнца, в этих местах вот интересно. Так. Сейчас пойдем где посветлее. Оценим, кстати, друзья, как пишет звук. Делимся своим мнением в комментариях. Это новинка 2023 года. Недавно смартфон вышел. 30-я серия ноутов от компании Infinix. Вот сейчас проверим как бы визуально. Возможно, есть постобработка видео. Быстрая ходьба. Вы знаете, ну, электронная стабилизация присутствует, 2К, но не такая, как хотелось бы, да? Давайте сейчас попробуем зум. Зум здесь вот такой более или менее плавненький, 10-кратный. Назад вернулись. Сейчас подойдем поближе к водичке. Шум воды. Выглядит у нас качество видео 2К. Сейчас давайте еще проверим, на мелких предметах фокусируется ли смартфон, а вернее его камера. То есть тест смартфона пиксель применим сейчас здесь. На цветочке я должен, думаю, сфокусироваться смартфон. Но, как видите, на цветочке цикория не запрограммирована фокусировка. Вот даже в руку взял. Ну, как-то так. Хотя он должен фокусироваться, друзья. Тут что-то с автофокусом совсем беда. Я думаю, конечно, еще камеру будут допиливать. Проверим сейчас на мелкой вот этой ветке, будет ли здесь фокус держать. Здесь похоже, как держит. Но нет. Под разным углом. Так. И стандартный тест наш. На ветке, если ее держать в руке. Проверим сейчас. Ну, ожидаемо. Только вот так есть.
если на темном фоне. И то, видите, то работает, то не работает. Надо обязательно в движении снимать. То работает, то не работает, короче говоря. Вообще, вот в таком положении, если бы я подвел вот так вот пиксель, он бы сразу на вот этой ветке ближней сфокусировался. Здесь же с этим проблемы. Почему так, друзья, я не знаю. Но проблемы однозначно есть. Вы могли убедиться сами. Я думаю, что в принципе еще должны камеру каким-то образом допилить. Но пока что еще не вышло достаточно обновлений. Друзья, обратите внимание на динамический диапазон. Небо действительно такое, как я вижу на экране моего смартфона. Действительно, есть там немного темных облаков. И небо такое вот затянутое белыми облаками. Как-то так. И еще один режим Full HD. 60 кадров в секунду. Infinix Note 30 Pro. Тут уже я вижу, что четко работает стабилизация. 60 кадров работает довольно-таки неплохо. Съемка ведется. Так, что по фокусу? По фокусу все ожидаемо. Да, вот с фокусом я думаю, что могут даже и не решить проблему. Сейчас пройдемся быстро. Да, пытается стабилизировать изображение. Вот автофокус как-то здесь плавно работает. Я бы даже сказал, неторопливо. Видите, сейчас залип на несколько секунд. Давайте проверим зум. Зум 10-кратный. Я не скажу, что это качество телевика, но тем не менее, друзья. Это старенький модуль HM6. 108 мегапикселей. Насколько я понимаю, такой же модуль стоит и в Redmi Note 10 Pro. Просто версия Redmi Note 10 Pro. Если выбирать между Redmi Note 10 Pro и данным смартфоном, я бы, наверное, выбрал все-таки этот смартфон. Приблизительно по такой же цене они сейчас у официалов продаются. Вот почему этот, друзья. Здесь стереозвук от JBL. Ну, честно сказать, прям чтоб JBL. А вот здесь, видите, сфокусировался на мелкой веточке. Сказать прям, чтоб JBL. Крутой звук, прям как на колонке JBL, которая у меня, кстати, была, друзья. Можете посмотреть в обзорах на моем канале. Кстати, подпишитесь, кто еще не подписан. Вот. Ну, обыкновенный хороший звук. Качественный. Я не скажу, что тут басы какие-то серьезные. Вот видите, фокус. Теперь сфокусировался. Ходьба. Съемка в движении. Динамический диапазон, в принципе, не подводит. Светопередача ближе к реальности такая, скажем так. Вот сейчас зум. 10-кратный зум максимальный. Ну, потеря в деталях, конечно, есть, но я ожидал гораздо худшего результата. Зум плавный. Вот как-то так, друзья. Оценим, кстати, как пишет звук. Снимаю на вытянутую руку. Можно делать фото во время съемки видео. Это Full HD 60 кадров в секунду. Infinix Note 30 Pro. Напомню, что версия вся 30-я выходит на компании Infinix на динамик от JBL. Я так все-таки предполагаю, что это как бы маркетинговый ход, друзья, больше, чем какой-то наворот. Многие люди будут покупаться на это. Как-то так.
Друзья, ну это пример Infinix Note 30 Pro. Съемка в Full HD 30 кадров в секунду. Оцениваем стабилизацию. В данном режиме уже, начиная с данного режима, можно уже стабилизацию включить электронную. Так, зум работает. Вы знаете, картинка еще относительно так неплохая. Сейчас голубя невозмутимого призумили. Деталей, конечно, не хватает, но я 10-кратный зум сделал, не забывайте об этом. Возвращаемся в исходное состояние. Ну вот как-то так выглядит. Друзья, быстрая ходьба, видите, он как-то фокус сразу не выходит в нужное положение. Боковая съемка, динамический диапазон, все как есть, действительно. Оцениваем качество видео, делимся своим мнением в комментариях. Друзья, ну это Infinix Note 30 Pro, Full HD 30 кадров в секунду, в качестве с дополнительно включенной стабилизацией. Давайте проверим, как у нас по фокусу обстоят дела. Цветочки. Опять же, довольно-таки далеко надо отводить смартфон. Присутствует, конечно, режим супер макро. Надо бы более-менее сфокусироваться на деталях. Здесь, конечно, видно, что стабилизация улучшена, но все равно какое-то как неестественное изображение. Если в том же Pixel 6a по камере вопросов не было в данном режиме, то здесь они есть. Кстати, я хочу сказать, друзья, что касается Pixel 6a, за такую стоимость лучше взять его, нежели данный смартфон. Да, в данном смартфоне, я имею в виду Infinix Note 30 Pro, безусловно, есть такие плюсы, как стереодинамики от JBL. Он полностью стекло и пластик, по бокам пластик. То есть каркас пластиковый. И стекло впереди и сзади, Gorilla Glass. Но здесь 120 Гц экран. Сочная матрица, практически флагманская. То, что меня, как говорится, подкупило. Но хочу сказать, друзья, что все-таки в пикселе стереозвук лучше, несмотря что, на то, что там не от JBL. И камера, конечно же, по съемке видео, особенно в 4К 30, 4К 60 там есть свои нюансы, ограничения, но в 4К 30 их нет. Записывается на всю память. Кстати, друзья, такой смешной момент, что смартфон OnePlus 8 Pro, который является у меня основным моим смартфоном, имеет такие привилегии, как, собственно говоря, ограничение 4К 60 кадров в секунду снимается при установке GCam модуля. В то время как в Pixel Google камера, его пресловутая, в первозданном ее виде, собственно говоря, не имеет такой фишки. То есть там есть ограничения. Наверное, все-таки виной всему процессор. Я не знаю, возможно, Pixel 7a будет интереснее, чем 6a модель. Но пока так. Возможно, установив на Pixel 6a GCam мод другой какой-то. Можно, да, на пикселе можно устанавливать GCam моды сторонние. Возможно, там будут сняты ограничения. Но OnePlus 8 Pro именно так. На 865 Snapdragon OnePlus 8 Pro у нас выступает. И имеет вот такую вот фишку. То есть съемка
на всю память, если через GCam-мод 4К 60 кадров в секунду. Если через родное приложение, OnePlus 8 Pro не дает такого. То есть там ограничение 5 минут. Как-то так. Друзья, и последнее качество видео. 720p, 30 кадров в секунду. Включить, либо же отключить можно дополнительную стабилизацию. Сейчас вот со стабилизацией в данном режиме снимает. Ну, знаете, довольно-таки неплохо еще снимает. Несмотря на то, что 30 кадров в секунду. Вот сейчас я быстро иду. И, как видите, вот такой вот интересный результат. Кстати, оцениваем, как пишет звук, друзья. Тут, как я понимаю, да, у нас нет на основную камеру дополнительного микрофона, но есть микрофон для шумоподавления. Он находится, скорее всего, вот здесь вот сбоку, рядом с динамиком верхним. Но, по крайней мере, так, как заявляют интернет-ресурсы, он там есть. Дополнительного отверстия под него нет. Поэтому как-то так, друзья. То, что этот режим есть, это, несомненно, хорошо. 720p 30 кадров в секунду. Еще с дополнительной классной электронной стабилизацией. Вот. И можно еще карты памяти вставить. До 2 терабайт, как выясняется, друзья. Давайте проверим зум. Зум дерганный, конечно, в данном случае. 10-кратный. Я думаю, что еще здесь будут выпускать обновы. И камеру, по идее, пофиксить должны. Как-то так, друзья. Новинка 2023 года. Infinix Note 30 Pro. Друзья, ну вот так снимает фронтальная камера Infinix Note 30 Pro. 2К качество изображения. И на удивление, знаете, что меня удивляет, друзья? Да, камера без автофокуса, понятно. Меня удивляет динамический диапазон. Честно говоря, прям и хорошо удивляет. Вот обратите внимание на дом и очертания дома. Моя физиономия в фокусе тоже, хоть ну, фиксированном, да? Но на смартфоны, скажем так, более дорогого сегмента, вот эта экспозиция настолько завышается, настолько динамический диапазон теряется, что дом этот сливается с небом. И, короче говоря, все очень плохо. В данном случае я вижу и дом, который сзади меня, вот этот вот и вот этот. То есть его видно. Даже видно, что небо как бы не полностью такое вот затянутое белыми облаками. Это, честно говоря, меня удивляет. То есть экспозиция тут, в принципе, неплохо обстоят дела, вы знаете. Мне интересно будет, что будет с вечерней съемкой. Ну вот дом, да. В принципе, видно нам довольно-таки неплохо. Давайте сейчас быструю ходьбу проверим. Даже, по-моему, электронная стабилизация присутствует. Так, роллинг шаттер. И роллинг шаттера нет, друзья. Ну, 2К изображение. Я представляю, что сейчас будет, если я Full HD 30 включу еще с электронной стабилизацией. Если мне не изменяет память, дополнительная здесь включается. Фронталка удивляет. Ей бы еще автофокус. И вообще красиво было бы. Ну вот здесь сейчас подойдем поближе. Вот как-то так. Ну, дом, очертания дома видно в то время, как сливается на всех камерах этот дом. Все-таки в зависимости, наверное, под каким углом снимаешь. Хотя сейчас видно нормально все. Честно говоря, фронталка неплоха. Оценим, кстати, как пишет звук. Друзья, ну вот так вот на фронталку, на всю оставшуюся память, а ее здесь, напомню, 256 гигабайт идет в базе. Плюс еще можно до 2 терабайт расширить. С электронной стабилизацией Full HD 30 кадров, правда, секунду, не 60. Снимает Infinix Note 30 Pro. Так. Ну, роллинг шаттера, понятно, нет. Довольно-таки большой угол охвата. Широкий угол. Но не предел мечтаний.
и пошире угол видели. Ну и цена другая у этих смартфонов. Электронная стабилизация посредством кропа достигается. Вот такая вот стабилизация. Что хочу сказать. Как вам звук, оцениваем, друзья. Кстати, на фронталку есть двукратный зум цифровой в любом исполнении. Как-то так. Оценим качество видео, делимся своим мнением в комментариях. Друзья, и последний режим 720p 30 кадров в секунду на фронтальную камеру. Infinix Note 30 Pro. Плавное изображение. Опять же, электронная стабилизация работает. Динамический диапазон. В принципе, на среднем уровне, но я думал, что фронталка такой ценовой категории должна хуже все гораздо сделать. Но тем не менее, друзья, вот как-то так. Оцениваем качество видео, делимся своим мнением в комментариях.